Сегодня в Чувашии стартовал ежегодный благотворительный марафон именем детства «Во имя детства». В республике он проходит в 21 раз. Торжественное открытие состоялось в Комсомольском районе. Копилка добрых дел начала пополняться уже с утра. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Старт благотворительному марафону в Комсомольском районе дают не случайно. В прошлом году жители муниципалитета сообща собрали рекордную сумму – более 400 тысяч. Адресатами добра стали сотни детей. Сегодня подарки от меценатов получила и школьная баскетбольная команда. Недавно ребята стали чемпионами республики. Юным спортсменам вручили новые мячи. Мы как бы все учимся в одном классе. С шестого класса начали тренироваться и по сей день. Баскетбол – это командная игра, из-за этого нам очень понравилось. Средства из копилки марафона направляются на закупку препаратов для больных детей, поддержку талантливых ребят и малообеспеченных семей. Количество благотворителей увеличивается. Только в прошлом году неравнодушные люди собрали порядка 8 миллионов рублей. Участниками марафона стали более 1500 человек. У нас есть программы федеральные, куда мы направляем деньги. Это обязательные, значит, 4 федеральных программы. Но с муниципалитетом мы договорились, что они лучше знают, куда направлять деньги. Где-то многодетная семья, где-то инвалидам надо помочь, где-то на школьное питание людям, которые не могут позволить себе накормить своих детей. И поэтому мы приоритет даем муниципалитетам. Общественная организация, депутатский корпус рассматривают, дают нам предложения. Председателем оргкомитета очередного марафона стал глава республики. Первые взносы в общую копилку сделали сотрудники его администрации. На расчетный счет детского фонда свою зарплату начали перечислять и депутаты. Финансовые средства, которые собирают сами жители и юридические лица, расходуются публично, открыто и все по-честному. Для того, чтобы дети радовались, дети улыбались. Дети ощущали, что они абсолютно здоровы и есть к ним внимание взрослых. Организаторы уверены, в республике рыцари детства еще не перевелись. В этом году в благотворительном фонде рассчитывают собрать сумму, достаточную для реализации намеченных добрых дел. Мечты сбываются. Именно такой девиз решили дать организаторы очередному благотворительному марафону. Его итоги намерены подвести уже летом. Копилка добрых дел открыта. Дмитрий Ковалев, Василий Мухаметов, Республика.